Майские указы президента России выполняются в соответствии с дорожными картами. Отчитались все профильные министры правительства республики. Все основные показатели, достигнутые на еженедельном совещании у главы Чувашии, обсудили итоги социально-экономического развития за 9 месяцев этого года. Самый важный результат, которого удалось достичь, прекратилось падение производства. В течение нескольких месяцев фиксируется его рост. В ряде направлений он очень заметен. У нас в электротехнике темпы роста 7,6. Предприятия пищевой промышленности больше 10% темпы роста. Химической отрасли тоже 7,3. И по ряду других отраслей, и по таким как полиграфии, когда мы тоже отставали, сейчас начинаем, рост пошел, и ряд других еще раз, они там демонстрируют положительные тренды. Глава Минстроя Олег Марков отметил, несмотря на падение покупательского спроса, отрасль не простаивает. Застройщики охотнее принимают участие в реализации социальных программ, в частности, жилье для молодых семей. Но если брать показатели Чувашстата, в целом по виду деятельности строительства регистрируется снижение объемов. Если по поводу жилья нам удается сохранять еще темпы роста более чем 101,6%, то по дорожному строительству у нас от плановых показателей всего составило 25%. То есть если в прошлом году было более 3 миллиардов 832 миллионов рублей, то в этом году по итогам текущего периода выполнено объемов работ всего на 973 миллионов рублей. Естественно, этот показатель не до получения объемов работ в объеме практически 2 миллиарда 900 миллионов рублей и дал тот показатель 86,6%, по которому сегодня и имеется. В целом, вот мы уже переговаривали, я думаю, что темпы строительства по именно дорожному хозяйству, они будут наращены. Плановый показатель у нас стоит в объеме, значит, 3 миллиарда 100 миллионов рублей выполнить. То есть динамика, она должна быть положительной, но к уровню прошлого года по дорожному строительству этот показатель все равно будет меньше уровня прошлого года. Сельское хозяйство республики продемонстрировало рост производства 104%. Рост в основном обеспечен за счет увеличения производства животноводческой продукции, мяса и молока, а также более высокой урожайностью картофеля в сравнении с прошлым годом, которого накоплено 684 тысячи тонн или 124,5% к 1 октября 2014 года. Зерна, по данным Чувашстата, в хозяйствах всех категорий на 1 октября намолочено в первоначально оприходованном весе 562 тысячи тонн или 96,9% к аналогичному периоду прошлого года. Бюджет Чувашии за 9 месяцев исполнен по доходам на 27 миллиардов 477 миллионов, по расходам на 27 миллиардов 864 миллиона рублей. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.